Всем здравствуйте! Это прогноз погоды на воскресенье 15 мая. На территории Кировской области обещают малооблачную погоду. В некоторых районах пройдет небольшой дождь. В Кирсе днем ожидается до плюс 15 градусов. В Вятских Полянах, Уржуме и Котельниче до плюс 16. В Нолинске, Яранске и Слободском до плюс 17. В Лузе до плюс 9 градусов. В Кирове воскресенье обещают облачную с прояснениями погоду и небольшой дождь. Плюс 13, плюс 15 градусов днем, плюс 5, плюс 7 ночью. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%. Ветер западный до 4 метров в секунду. Световой день продлится 16 часов 48 минут. Луна растущая. Это был прогноз погоды на воскресенье 15 мая.